Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня долгожданный обзорчик покупочек из Фикс Прайса. Та-дам! Три огромнейших пакета! Два таких не огромных, а один прям огромный. Я пошла в Фикс Прайс. И уже в надежде, что будут новинки. Ну, как бы я и надеялась, но не ожидала, что их так будет так много и таких прикольных. Поэтому давайте скорее начнем разбирать. Что-то я купила, то, что я там постоянно беру, это must have из Фикс Прайса. А что-то новенькое, которое прям вдохновляет на идеи какие-то новые. Давайте начнем с большого пакета. Так, первое, что я взяла, смотрите, просто не удержалась, когда я увидела вот эти лампочки. Нереально крутые. Кажется, что это лампочки, но это не лампочки. Это вот то, что у них, знаете, вот это вот с трубочки пьешь. И, девочки, 55 рублей. Просто вот кто занимается декором каким-то, еще что-то. Мне кажется, 55 рублей для вот этого. Это реальные копейки. Я думала, стоит 199 рублей, честно. И я уже думала, возьму себе там парочку, троечку. Когда увидела, что 55 стоит, я 5 штук взяла. Короче, я взяла 2 вот такие желтенькие и 3 вот такие прозрачные. У меня идея для декора, для того, чтобы засунуть туда что-то светящееся, да, и поставить на фон, как лампочки, ну, чтобы вот оно включалось. Еще я думала, что же делать с этим можно, и придумала. Есть в Фикс Прайсе, продается светящийся песок, который ночью светится. Точно так же можно его туда засунуть. Днем оно стоит, не светится, а автоматом ночью, когда вы выключаете свет, он светится. Также это не только в Фикс Прайсе можно взять эти песок этот светящийся, а в специализированных каких-то магазинах. Вот. Короче, я такая счастливая, что набрала, причем в разных магазинах. Не во всех магазинах это было, вот она, третья лампочка. Она откручивается вот так вот. Здесь трубочка. Ну, вообще, можно, как бы, да, люди придут в гости, как раз у меня новоселье скоро будет, да, придут в гости, я им что-то налью, представляете, сюда, здесь до 90 градусов, то есть латте, которые я делаю, в принципе, могут все пить из этих лампочек, я думаю, заценят, конечно же, да, вот. Вообще, я хотела все прозрачные купить, но желтенький, в принципе, тоже ничего. Еще там есть оранжевый цвет, вот. Но оранжевый, мне кажется, он такой более ненастоящий. Бывает же теплый свет, холодный свет от лампочки, да, вот оранжевого цвета. Это, ну, это чисто в стиль куда-то есть. 55 рублей вообще офигенно. Если у вас будут какие-то идеи еще, что с этой лампочкой можно сделать. Просто вот эти вот, знаете, светящиеся штуки, которые на батарейках, сюда не вставляется внутрь, это... Ну, батарейка, вот этот механизм с батарейкой, он сюда не залазит. Поэтому его надо как-то сзади типа закреплять, чтобы ты раз там включил на батарейках, оно все здесь светится, а механизм этот где-то сзади, да, прячется. Но он такой достаточно массивный, и надо найти что-то, например, без этого механизма. Либо можно засунуть, допустим, если взять большую гирлянду, да, можно засунуть туда несколько штучек, здесь как-то их закрепить. Я когда это сделаю, я обязательно покажу, может, даже сниму и видео отдельно, не знаю. Здесь как-то их закрепить, потом оставшиеся штучки на каком-то расстоянии небольшом, да, допустим, вот здесь вот. Опять же, засунуть вот так вот несколько, закрепить. И то есть большую гирлянду, ну, как бы засунуть по чуть-чуть в каждую, да, и закрепить обязательно. И пусть оно работает тогда от сети. Красиво как-то на одном месте, на одинаковых расстояниях сделать. Все, рядышком розеточка, ты захотел, вошел, ты включил розеточку, и красиво вот так вот горят они. В общем, что-то такое. Будут идеи еще, пишите в комментариях, что можно сделать с этими лампочками, но мне они вообще просто зашли, когда я их увидела в магазине, я прям думаю, вау! Must have из Фикс Прайса, это кондиционер Lenor, я беру детский, и мы кондиционерим все вещи. Вкусно пахнет, гипоаллергенный. Вот такая классная новая ручечка была. Я вообще люблю такие всякие ручечки, когда я там снимаю прямые эфиры, что-нибудь записываю. Очень клево, например, смотрится. Я сразу такая модная какая-то. Кстати, оно здесь так все запечатано, а я хочу посмотреть, что это за ручка вообще. Она гелевая или шариковая? Гелевые, сразу скажу, не люблю я ручки, я люблю шариковые. Сейчас открою.
за тисть. Так, я открыла. Так просто, блин, не откроешь, запечатали, как я не знаю, что. Похоже на шариковую. Ой, вообще, ручка, как я люблю. Все, класс. Шариковая ручка. Все, как я люблю. Буду пользоваться. Мимимишка. Кстати, а что я вам не говорю цены? А, я так, это я сказала цены. Ленор стоит 99 рублей, по-моему. Вот эта ручка стоит 77, по-моему, насколько я помню. Вот такой корыца за 77 рублей нашла. Я вообще люблю такие всякие приспособы прикольные. Оно становится, видите, вот так вот раз, на любую дверцу. И, например, ты чистишь картошку, чистишь яблочко, и вот сюда какие-то вещи. Потом раз, и в мусор вытащила. У нас, например, мусорный пакет стоит в кухне, и мне, честно говоря, не нравится, когда этот мусорный пакет наполняется мусором, вид не очень хороший. А если поставить, например, вот такую штуку, да, то было бы удобней. Также ее можно использовать не только для мусора, например, да, ну, было бы удобнее, она бы симпатичнее смотрелась, то есть не видно, что в ней мусор, да, она такая беленькая и красивенькая. А также можно использовать это, например, если куда-то облокотить тоже, найти место, да, то можно, например, здесь чистящие средства какие-то хранить, ту же губку положить, тряпочку положить, там, еще что-то. Ну, в общем, я это применю куда-то и вам покажу видео, как я это применила. Вообще, это вот здесь вот, видите, как яблочко нарисовано и типа вот шкурочки, вот под моечкой. Но мне кажется, что вариантов очень много, может быть, у этого органайзера для мусора подвесной на дверцу. Так написано. Так, новые заколочки по 55 рублей. Ну, вот такими невидимочками я, в принципе, не пользуюсь. Но у меня их нет, поэтому пусть будут. Но вот эта штука мне понравилась. Стало интересно, как ей пользоваться. Поэтому давайте попробуем. Рублей всего, я думаю, почему бы не затестить. Так будешь где-то на улице, купил и срочно надо открыть. Не откроешь. Так, вот такая маленькая спиралька какая-то. Честно говоря, я первый раз такое вижу. Я не знаю, как ей пользоваться. А, тут две, с двух сторон. Две надо сразу. Ну-ка. Сейчас. Тут как бы типа делаешь гульку. И берешь одну вот так вот сверху засовываешь, закручиваешь, и вторую. Давайте попробуем. Я взяла серебристые, а там были еще золотистые и черные, то есть для всех цветов волос. Давайте пробуем. Ну-ка, беру вот так волосы, делаю гульку, закручиваю. У меня волосы сейчас такие коротковатые чутка, но все равно. Берем сверху эту штуку. Так, раз, типа, да? Закручиваем. Так, верхняя вкрутилась легко, на удивление. Нижняя. Так. Держится? Держится. Знаете, только один момент. А как я вытаскивать оттуда это буду? Вот это страшно. Симпатично? Симпатично? Ма, симпатично? Да? А ну-ка. Ну-ка. Покажу, как следует. Давайте вытащить попробую теперь. Так же просто не вытянешь. Вот так просто не вытягивается. Это надо выкручивать обратно. Слушайте, легко выкручивается и даже не застревает. И верхняя то же самое. Класс. А ну-ка. Заколю сейчас волосы и буду заколом. Даже как-то поудобнее буду заколом. Раз.
2. Ну кто это придумал чудо, а? Респект тому. Так, ну здесь можно так немножко повыпускать, да? Пусть будут такие легкие у меня. Вот какая. Ну какая, обалдеть. Считай, лишнего выпустила, по-моему, да? Или нет? Ну пусть так будет, ладно? Ладно, поехали дальше. Классные, классные невидимки, всего за 55 рублей, супер. Так, едем дальше. Из новиночек еще, смотрите, я взяла вот такой блокнот, я не смогла пройти мимо, он деревянный. Стоит 99 рублей. Кстати, большая коллекция уже на 14 февраля. Я уже говорила на своем втором канале, я снимала обзор прям с полочек. И там как раз-таки говорила о том, что я обожаю коллекцию 8 марта и 14 февраля. Потому что все связано с любовью, сердечки. 8 марта там цветы, и эта тема вечная. То есть, если Новый год и 23 февраля это конкретно идет на праздник, да, там неделя плюс, неделя минус, то, например, 14 февраля это можно брать и в декор, и куда угодно, и будет всегда актуально. Поэтому, если вы видите что-то прикольное, крутое на 14 февраля, прям берите, не думая. Сердечки, цветочки. Дерево. Офигенно, толстенькое. Здесь запах дерева даже. Нифига себе. Здесь такая золотяшка. И все, и чисто белые листы. Хочешь пиши, хочешь рисуй. Супер вообще. Ну, он смотрится очень даже так стильненько. Еще там были рисунки сердечко с розой. Котята были. И просто роза вот так вот. Ну, мне вот как-то бабочки, цветочки понравились. Симпатичные. Короче, классные. 99 рублей, мне кажется, это недорого. Пусть будет. Дальше, набор шаров фольгированных, две штуки, вот сердечки, тоже это я взяла, смотрите, для фона, например, прикольно. У меня было что-то такое, название было Love, но я понимаю, что надувается воздухом и гелием. Надувается воздухом и гелием одновременно, и воздухом, и гелием, да? Две штуки здесь. Ну, блин, прикольно. Я думаю, что, наверное, блин, что, надо прям тестить? Что, надо прям вот надуть? Один. Я думала, не надо. Надо, да? Ну ладно. Так, два. Здесь их два. Выглядят они вот так и воняют немного. Вот видите, как сердечко. А когда мы их надуем, оно будет как-то по-другому. У меня лав этот до сих пор где-то лежит. Слушайте, запах вообще неприятный, если честно. Прям. Ух! Так, засовываем сюда в специальное отверстие нашу палочку. Ну вот, такое сердечко получаем. По-моему, очень даже симпотно, да? Никаких приспособ больше здесь нет для того, чтобы закрепить это. Поэтому закрепляем как можем просто. В общем, вот такое сердечко и два таких сердечка, если они будут висеть или где-то на фоне стоять. Кстати, очень даже ничего будет, да? Мам! Help! Я придумала, я сейчас поставлю оба шарика на фон. Иногда здесь нужно попасть в правильное отверстие. У меня было такое с лавкой, куда я дула, а оно, короче, не надувается. И там нужно просто в правильную дырку сделать. Мы взяли эту резиночку от денег, одну нашли, разрезали ее напополам и просто вот и завязываем. Даже не на узел, а просто. Раз и все. Нос испачкала. Нос испачкала? Чем? А во что? Темный. Мама говорит, я чем-то нос темным испачкала, все. Смотри, как красиво. А ты говоришь, зачем два шара мне надувать? Посмотри. Сейчас мы их красиво поставим. Вот тебе зачем два шара. Чтоб любовь меня окружала.
И не падала. Любовь. Слышала, любовь? Окружай меня и не падай. Вау, как красиво. Слушайте, ну прелесть. Так, что дальше? Поехали. А сколько шарики стоят? Я сказала, 99 рублей, да? Или 55? Секунду. Так, блокнот 99, набор шаров 55 рублей. Офигенно. Так, а вот еще, это тоже можем сюда прилепить. Это стоит у нас, так, сейчас я скажу. Это светяшки как раз-таки. Так, гирлянда сердца. 199 рублей, ну, конечно. Это вот самое дорогое, что я купила. Немножко не по-русски говорю, но это ничего страшного. Вот такие гирлянды, розовые и сиреневые. Вообще там были розовые и белые, красные и белые, красные и розовые. Но мне понравились именно эти цвета, нежные. А есть у нас батарейки. Нос весь чешется просто. Пыли, запахи вот эти все непонятные. Так, батарейка, представляете, вот в фикс-прайсе, вот я хожу, сколько батареек в моем доме. Это просто, я не знаю. Надеюсь, они не вредные для организма. Так, проверка связи. Есть, работает. Ой, даже два режима. Или больше. Смотрите. Вот просто горят. Красивые, да? Вот, просто горят. Они тут даже красиво как-то сделаны. Можно букетиком вот так дарить. Вот, а есть, смотри, мигают. Мигают. И выключили. Короче, я хочу, чтобы они горели. И горели на фоне сейчас. Сегодня супер фон. Все про любовь. Сейчас сделаю и вернусь. Тут долго. Слушайте, ну крутая вещица. Посмотрите, как аккуратно так мигают эти огонечки, да? Вот сзади на фоне. И они, кстати, через одну. Розовая. Они как бы здесь кажутся с одной стороны розовая, с другой сиреневая. А так они через одну. Розовая, сиреневая, розовая, сиреневая. И они очень красиво, прям очень нежно смотрятся реально. И длинная. То есть она вот так вот зигзагом по всему моему дивану. И даже еще остался там кусок. Очень красиво смотрится с белым вообще прям. Офигенная. Гирлянда вот эта очень крутая. Если кому-то кто-то увидит, понравится, берите. Так. Кстати, вот этот вот натуральное кокосовое масло для ухода за волосами, кожей лица и тела. В составе написано, что это 100% кокосовое масло. Так, оно у нас... Застывшая здесь сейчас. Ничего не льется. Чуть-чуть льется. Чуть-чуть льется, вот. Ну все. Это чуть-чуть там было. А так оно застывшее, потому что, ну, видимо, немного прохладно у меня здесь. Ой, куда его намазать теперь? На руки. Ой, как пахнет. Классно. Я хочу сделать вообще себе, намазать голову, так как я увлажняю сейчас кожу головы. Опять напало на меня это шелушение непонятное в центре, вот здесь, вот, да. И так как я сейчас отпускаю свой цвет волос, ну, хочу немножко, да, отпустить свой цвет волос, посмотреть, насколько меня хватит. А они у меня такие достаточно темноватые, и все-таки видно, особенно, когда блонд, шелушение не особо видно. А когда вот такой цвет волос и шелушится что-то, то там каждую шелушинку видно. И за этим теперь нужно мне прям внимательно. Я заказала там американский спрей, которым давно пользовалась. Жду, когда он ко мне придет. Но, тем не менее, пока он ко мне идет, я еще делаю всякие маски на кожу головы. Вот. И на моем втором канале будет обзор. Я буду делать маску, покажу как, затестим вот это масло. И еще одну маску делать буду. Вот новиночка появилась. Это фирма Секдо. Я никак не могу ее, блин, прочитать. Короче, йогуртовая малина, маска для лица. Вот такая. Это тоже я буду тестить на своем втором канале. Ссылку на канал я оставлю под видео, поэтому проходите и смотрите и подписывайтесь. Так, так. А, еще я купила вот такой вот держатель для телефона. Ой, сколько он стоит? Он вообще 55 рублей, по-моему, стоит. 50. Он вообще 50 стоит. Мне понравился вот такой вот ежик.
И, кстати, так как у меня есть возможность постоянно менять... смотрите, какой он классный. Какой классный. Он приклеивается на заднюю панельку, да, и просто вот такая... Ну, это ненадолго мне развлечение, короче. Смысл в том, что у меня есть возможность, так как у меня новый бизнес, это пленки на телефон, защитные пленки, очень прочные. У меня есть возможность менять пленки своего телефона на разные. Так что сейчас я хожу с черной, но я хочу в ближайшее время поменять на цвет стальной. Вот жду, должны скоро прийти. Красивая стальная текстурная пленка назад. И как раз голубенький вот этот очень подойдет туда. Человечек я приклею уже на пленку. Кстати, с телефоном абсолютно ничего не становится. Мы можем легко менять эти пленки. Вот, в общем, я вам потом покажу. И это будет на телефоне. Короче, потом покажу, увидите. Прикольные, мягкие штучки, прям антистрессик. Еще малому я взяла трусики, 3 штуки. Я обожаю там брать в Экспрессе вот такие трусики, они тоже по 50 рублей, по-моему. Но, честно, они офигенные. Вот и везде, где я брала эти трусы, ну, кроме H&M, в H&M хорошие еще тоже трусики, вот эти одни из самых долговечных. Просто хлопок, просто ходит, свободненько, самые кайфовые. Он прям от них кайфует, честно. Не портится ничего, не кошлатится. Вот я взяла 3 размерчика. Почему-то 3 размерчика. 3 штучки взяла. Почему-то... Забыла. Короче, классные трусы. Любит он их. Так. А, вот такая вот еще тема. Гравюра взяла. Девочки, сколько смотрю я на эту гравюру, честно. Думаю, блин, как она работает. Так интересно. Думаю, ну ладно, не буду этим заниматься. Тут увидела гравюра. 77 рублей она стоит. Холодное сердце. Во-первых, оно сейчас актуальное, да, холодное сердце. И оно маленькое. Видите? Я думаю, блин, возьму, попробую и тоже сделаю отдельное видео на своем 2-м канале, сделаю вот эту гравюру. Я не понимаю, что за смысл там, как она работает, поэтому мне очень интересно, и кому интересно, тоже присоединяйтесь на 2-й канал, будет видео в ближайшее время. Всегда влажные салфетки, у нас как туалетная бумага для ребенка это идет, всегда что-нибудь протереть, вытереть, и я их много покупаю, потому что одна у нас в туалете, одна у нас под рукой в комнате, и третью я отнесла на квартиру свою, там тоже должны быть влажные салфетки всегда, поэтому салфетки, вот эти я покупаю розовые, люблю большие, мусорные пакеты ванилька на 30 литров, всегда беру тоже мусорные пакеты вот эти. Взяла себе черные колготки на 40 ден CC. 2 размер у меня. Ну, я, честно говоря, не помню, хорошие или не хорошие. 99 рублей стоит. Короче, просто взяла, чтобы были. Потому что бывают нужны черные колготки, а их нет. У меня какие-то с зацепками все уже. Я решила взять, пусть будет. Даже если один раз одеть, ничего страшного. А вот что мне действительно понравилось, и я очень хочу померить и вообще понять, мой ли размер или нет, я хотела черные купить, но взяла бордовые, потому что вот бордо 2 были, черные 2 не было. Короче, это с блестяшками. Это колготки с блестяшками. Там были разные цвета. Серые, синие, черные, бордовые. И еще, по-моему, какой-то цвет, не помню. Или все. Вот. Но я давно хотела вообще бордовые себе. И прям мне интересно, что за блестяшки. Они такие ненавязчивые блестяшечки. Видите? А если их растянуть? И вот оно такое легкое мерцание. Короче, бордовые классные. Это под мои бордовые ботфорды я взяла. Да? Прям, ну слушайте, ну прикольные, ля, они плотные. И почему я не взяла черные? Потому что я хотела сначала эти померить, они нормально мне будут по размеру. Или мне нужна будет 3? Потому что я помню, как-то плотные колготки взяла, там 4-5 размер был написан. И он мне был впритык, поэтому я не стала рисковать, потому что по 199 рублей эти колготки. Но цвет шикарный. Вроде все классненько. Сейчас померю, посмотрим. Мне кажется, крутые. В принципе, колготочки хорошие, но можно, в принципе, и брать и троечку, если что. То есть они на меня 2 плотно сели, легкий такой блеск мне, в принципе, нравится. Сейчас я их одену под ботфорты свои.
Тем, что сами эти колготочки, они с блеском, прям можно на какую-то вечеринку идти смело. Придает какой-то легкий шарм. Вот солнышко светит, вот можно видеть, как блестят. Так, забыла сказать, вот здесь нет специальной такой, знаете, как прошивочки для, здесь просто шов для носочка. Ну, вот есть бывает носочек специально сделан, тут его нету. Как она, не помню, ластовица называется или что-то, она с другой стороны хлопкая бывает. Вот, здесь она просто прошита. Вот, так достаточно прикольные и плотные, я черные себе хочу такие взять еще. Еще вот такой вот блокнот я взяла для своей племянницы, он тоже 199 рублей стоит. Здесь смотрите, какая коса разноцветная. Там были разные, там была еще девочка в голубом, у нее была фиолетово-голубая эта коса. И еще был единорожек тоже с разноцветной какой-то. Но мне вот это больше всего понравилось. У меня племяшка блондинка и разноцветная косичка, вот это, мне кажется, будет клево. Будет заплетать, расчесывать, ну и что-нибудь писать туда. Мне кажется, классненький подарок, и я прям увидела, подумала о ней. Так что, Настенька, если ты меня смотришь, этот блокнотик тебе. Она как-то смотрела мое видео, потом приходит и говорит, я видела, там ты мне что-то приготовила. Я говорю, да, вот. Так что придешь в следующий раз вот за блокнотом. Или папе отдам, он тебе передаст. Или лучше сама придешь, я тебе отдам. Посмотрим. Еще появился в фикс прайсе новый стиль у нас. Хай-тек какой-то, да, говорят? Вот, и здесь, короче, у них, вот это 199 рублей стоит декорчик. У них там очень много всего в этом стиле. Есть ключница, есть горшок под, ну вот, смотрите, короче. Не буду перечислять все. Вот это с зеркалом, все за ней гоняются, такая штучка. Но я ее себе не взяла, потому что, мне кажется, зеркало довольно-таки опасненькая такая вещь, да, особенно с ребенком. Поэтому я не стала брать, не знаю, куда это применить. Но вот эта вот светящая штучка мне понравилась. Давайте посмотрим, как она светится. И нам снова понадобится 3 батарейки. В общем, включаем. Вот так горит. Я еще покажу, конечно, как в темноте горит. Ну, в общем, ничего цветного, просто вот такой вот кружочек. Кружочек в такой вот ободочке. И просто вот он горит, короче, там немножечко эти диоды. Вот. Ну, ничего такого сильно особенного, но что-то в этом есть. 199 рублей. В общем, я вообще люблю эти светяшки, честно, не могу мимо пройти. Вот как блокнотов мимо не могу пройти, так и этих светяшек. Вот беру по 199 рублей, понимаете? Так, ладно, хорошо, все, светяшка закончена у нас. Мама вот, например, подсказывает, что это можно как ночник, и вот эту вот ободочек можно использовать как ручку. Вот так вот взяли и пошли. Вот включили и пошли с ночником. В туалет. Не включай нигде свет. А, ну и последнее прикольное приобретение за 199 рублей, о котором я давно мечтала, это чайник для чая. Прозрачный, 520 миллиграмм. Я теперь смогу делать вот как в кафе, знаете, вот эти вот чаи красивые такие положил, залил горячей водой. А еще какую-то подставку взять, включил маленькую свечечку, и он тогда у нас не холоднеет. Вот такой, как в ресторанах. Класс. У него здесь горячесть. Горячесть до какого? Сейчас я вам скажу. Горячесть. Была аж тут наклейка. До какого он горячий? Там до 150. Да. От минус 20 до 150 градусов. Можно. Вот картинка, смотрите. У меня даже чай вот такой есть классный. Так что вот новоселье будет, сделаю чай. Вот латте наливают, смотрите, со льдом тут. Кайф вообще. Я говорю, это чайник. Я давно себе такой хотела, но они на самом деле недешево стоили там, где я их смотрела. А когда я увидела, что в фикс-прайсе это продается, у меня не было сомнений, что его надо брать. Слышно меня было? Все, такой вот у меня теперь есть красивый чайник. Та-дам!
мои хорошие, на этом покупки закончились. По-моему, я очень много сегодня набрала. Пакеты валяются, все валяется, мусор валяется. В общем, очень много новинок. Идите в фикс прайс, будьте внимательны. 14 февраля, это то, что нужно всегда, сами понимаете. Пишите, что вам больше всего понравилось в комментариях. Не забывайте про идеи, как, что можно задекорировать вот эту лампочку. Я точно знаю, что это можно сделать очень круто. Вот, мысли в разброс. Ну и обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!